Сегодня я стал злым нюхачом для того, чтобы затроллить Власку. Помимо того, что я научился жрать все, что вижу, я получил несколько невероятных способностей. Например, одна из них заключается в том, что я могу снести взрывное яичко. И самое главное, что Фласка не будет меня слышать. Но получится ли у меня ее затроллить до тех пор, пока она не поймет, что это я? Давайте проверим, но мы начинаем. Ну что ж, ребят, вот я и заспавнился в теле этого маленького миленького нюхача в этом мире Майнкрафта. И вы меня спросите: Скрэч, ты же совсем недавно был нюхачом, зачем ты им опять стал? Дело в том, что в тот раз я помогал Фласочке, а в этот раз я хочу ее немножечко затроллить. Ну и точно так же, как и помощник, я умею издавать различные звуки. Например, я могу кого-нибудь понюхать, выразить боль или порадоваться. Ну и помимо этого, я получил еще несколько прикольных способностей, при помощи которых я и буду троллить Фласочку. Например, я могу съесть вот этот блок земли. Он довольно-таки вкусный. Ну и также я могу съесть любого моба. Ну а также у меня есть еще одна офигительная способность. Это умение откладывать яйца. Но как вы помните, когда я помогал Фласочке, из этих яичек выпадали различные рандомные предметы. А в этот раз все будет немножечко по-другому. Если сломать это яичко, то... происходит, в общем, бубух, довольно-таки сильный. Ну и вот как раз-таки при помощи этого я и попробую затроллить Фласочку. А еще я, кстати, маленьких размеров, так что она точно не поймет, что в прошлой серии был именно я, потому что тот нюхач уже вырос, а я маленький нюхач. Так, ну что, погнали, в принципе, к домику Фласочки. Она живет все в той же самой деревне. У меня, кстати, даже здесь есть дом. Не понял, где мой дом? Ведутся работы. Осторожно. Понял, принял, обработал. Так. О, у нее даже дверь открыта. Фласка, че, она что, жителем, что ли, стала? Не понял. А, ну вот, миссия на сегодня завершена. Морковку я Скрэчу отнесла. Нюхалка! Нюхалка 2.0! Привет! Так, давайте что-нибудь сожрем. Жителя, например. Тебя твой батя подослал? Знала я твоего отца. Он жил вот на этом месте. Но жители сказали, нужно это все снести, потому что... Потому что что? Жители сказали, это все нужно снести. Ну ладно, да сноси, поможешь. Вот видишь, Михалыч, все делает, сносим, сносим. О, я знаю, как ей помочь. Вот это вот будет самая настоящая помощь. Она же хочет это все снести. Я в прошлый раз из такого яичка выбила вот этот тотем бессмертия. Ты прям как свой отец, хочешь мне какой-нибудь подарок сделать? Ты главное тотем бессмертия из рук убери. Ты чуешь морковку? Ну да, я немножко Скрэчку не додала. Не понял, ладно, давайте сожрем. Ну давай, разбивай уже это яичко, так, пожурчим тут. Что ты мне намекаешь, чтобы я его открыла? Давай, я его открою. Ой-ой, а чё она с тотемом в руках-то была? А чё? О, дома Скрэча больше нет. Я ему так скажу, что это был тотем. Ягоды кто посадил сюда? Я поняла, это же тупо рандом яичко. И рандомно вышло не то, что надо было. А вот если бы мне выпало что-нибудь... Ё-моё, полдома нет. Ладно, что-то застроим. Да ничего страшного, я, если что, свой дом потом сам починю, но эти яички. Это произведение искусства. Это яичко Фаберже. Посмотрите, какое дорогое, красивое. Строит мой дом, ну ладно. Сейчас я быстренько все тут восстановлю. Ничего, нюхалка, бывает. Ну, не повезло с тем, что выпало. Сейчас, нюхалка, погоди. Да-да-да-да-да-да, бамс-бамс. Бамс, все. Не, погоди, дырка осталась. Уйди, нюхалка. У тебя моя сладкая. На, покусай морковки. Да, блин, она меня подкармливает. Она думает, что я добрый, но я на самом деле не добрый. Да нет уже. Ну ладно. Ой, немножко дом Фласки облысел. Че за фигня, нюхалка? Второй раз подряд выпало что-то взрывающее. А почему? До этого мне выпадал Тинти. Сейчас покажу. Твой папка мне столько этого Тинти надыбал. Сейчас я тебе покажу. А где Тинти? Не понял. Тинти нету, но у меня остался с тех времен шлем. Смотри, у меня шлем еще был. Неплохо. Так, ладно, надо дырку это заложить, ешкин кот. А то Скрэч придет, подумает, опять я тут деревню подрываю. Нюхалка, помогай. Я ходи. Я не помогу. Помощник, я сегодня троллю Фласку, поэтому я могу что-нибудь построить из земли. Но дырку закладывать не буду, понятно? Ща, погоди, нюхалка, я тебя покормлю. Я уже слышу, как у тебя живот урчит. Да нет, не в этом дело. Ёшкин-матрёшкин, но заметь хотя бы, что... ладно, что-нибудь заметит, нет? Пропажу в своем доме. Ё-моё, где все мои эти? Ладно, пусть вместо ягод тут будет... У меня окна нету, благо у меня... Да хватит дома свои чинить! Да, меня трогаешь, а ну цыц, я тебя покормлю.
Олю, иди сюда, нюхалка, ща я тебя покормлю. Не понял, двери тоже выбила, трэш, ща новый скрафтую. О, выбила двери. Так, ой, я что, палас съел случайно? О, у меня есть ягодки, твой отец любил ягодки. На, держи, кушай, ща быстренько двери сделаю, ща погоди. Ага, а ну-ка уйди, а то их это взрывом выбило. О, ты посмотри, какая красота, ёшкин ты кот. Так, а ну-ка, мне нужен дополнительный вход. Вот здесь вот, например, он будет... я чё? Давай, ты ж пролазишь, толстый нюхалочка. Нюхалочка, иди сюда, у меня есть сеночка. Ты же любишь сеночка? Нюхалка. Нюхалочка, на тебе сноп сена. Твой папа любил это кушать. Ой, ты молодец, молодец. А еще я знаю, ты любишь сладкие. Иди сюда. Да-да, все люблю. И вот этих жителей тоже люблю. Вкусные довольно-таки мужики. О! Давай, правильно делаешь, нюхалка. Меня так задолбали эти жители. Короче, сейчас я расскажу. Иди сюда. О, я знаю, я начну жрать свой дом. Я тоже иногда хочу так сделать, но ты сделал это за меня, нюхалка. Не понял. Ты что? Не понял, подозрительно. А что это, как я сказала, что давно хотела это сделать? Ты меня сразу да? Так, а где Скретч, кстати? Надо бы ему набрать. Где мой телефон? Мне нужен мой сотовый! Не-не-не, никаких сотовых, никаких телефонов. Как ее в руки-то взять? Ёшки в надрёшки! Печку сожрём. Да уйди, я, да я свой мобильник найти не могу. Не понял, какой мобильник? Алло! Скретч, он не отвечает. Да что меня бьет, шатает-то так, ёшки в надрёшки? Так, шопы еще тут чем бы полакомиться? Вот этот заборчик лишний. Ой. Я поняла, уже все поняла. Слишком подозрительно. Взял, ударил меня. Ломай, ломай, это ж твой дом, да? Че? Эти, да? Ну давайте поломаем, нужно снять с себя как можно больше подозрений. Иди сюда, иди сюда, ща я проверю, Скретч, ты или нет. Так, у меня где-то тут морковка. А, морковки нету, так, ладно, возьму Скретч, которую я ему притащил. Так, морковка, выбирай, короче, морковка, либо сладкие ягоды. Так, возьмем сладкие ягоды. Ага, хитрожопый, думаешь, я не узнаю, что это ты? Так, и как она пытается узнать? Так, ладненько, мне нужно дозвониться до Скретчика. Алло! По кирпичу, что, издевается, что ли, как? Свяжите меня со Скретчем. Что там, голем? Улица Пушкина, дом Колотушкина, вот. Его дома нету, его дома почти нету вообще. И не его нету, и дома нету. Вот, да. Его нету, и дома нету, да. Ладно. Давайте, немножечко так уж и быть, я попорчу свой дом. Подозрительно. Мне оператор сказал. Короче, мне сказали то, что Скретч занят. Да. А чем он занят? Он может быть занят только если сидит на туалете. Или же троллит меня, все понятно? А ну иди сюда, я тебе еще устрою Кузькину матреху. А что, Скретч? А что, Скретч? Скретч, я знаю, это ты. А с чего это она взяла, что это я? Иди сюда, иди сюда. Если Скретч убегает от меня. А вот ты все и доказал. Я поняла, это ты. Ты меня убегаешь. Почему я такой медленный? Три сердечка осталось. Она издевается надо мной. Так, о! Яичко. А, не-не-не-не-не-не, не куплюсь. Я помню, как оно взрывается. Ты что, ты думаешь, я настолько наивная? Иди сюда. Тихо, пролазь, пролазь. Давай. Иди сюда, Кузькина матрё. А где? Слышь, ты как туда уп... Да тихо, я, тихо. Короче, тебе сейчас устрою Кузькину матрёху. Не надо мне ничего устраивать. Блядь, не надо, не надо. Тихо. Ты что с моим домом сделал? У меня дома ничего. Ой, ты, господи, маленький, бежит, не можешь. Тихо. Не можешь убежать, а я быстрее. Джонни, а я за тобой. Да что она такая быстрая? Опережение, бегу. Полтора сердечка, полтора сердечка. Она снялась, что ли, за мной? Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Тактический перекус, хочу жрать. Я тоже пожрал бы этих сладких ягодок. Фух, у меня чуть сердечный приступ не случился. Так, главное, чтобы она не слышала, как я тут жрю. О, у меня гениальная идея. Скретчку понравится. Когда он наконец-таки признается, что это он меня троллит. И знаете что? Вот когда я ставлю много яичек, которые бубухают, они пойдут. Не понял, что это она с моим домом там делает. Я так и знала, что все это время меня троллил Скретч. А знаете, как я это узнала? А знаете, как я это узнала? А ребята мне в комментариях написали. Че? Гори, гори, гори. Она издевается, что ли? А что это ты защищаешь дом? А что это? А что? А подозрить? Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Тихо, 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 тихо. Побежали, побежали, побежали. Джонни. Она издевается надо мной, что ли? Иди сюда. Ай. Это Джонни. Иди сюда. Плоско с ума сошла. Я так и знала, Скретч, что это ты. Да, блин, чего? С чего она взяла, что это я? Стой, стой, стой.
Не понял. А где нюхалка? Ага, ты воскрес прям возле дома скрытия. Да нет, ну это же не я. Ну точнее, это я. Ну как она так быстро догадалась, что это я? Быстро подошел сюда. Извинись. Так, ладно, давайте подойдем, но нам главное не палиться, что это мы. Извинись, я знаю, что это ты, Скретчи. Чё? Я вон сохранила твою кровать. И знаешь что, чтобы ты мой дом это не разбубухал? Я поставлю ее сюда, чтобы тебе было жалко. А то я знаю, ты такой типа, дома на свой бубухать не будет. Поэтому. Давай не прятаться здесь. А вот фиг тебе. Там внутри твоя кровать и твой флаг оранжевый. Понял меня? Делай вид, что она максимально грустная, и мы уходим. Ну чё, все? Решил этот белый флаг, да? Типа поражение принимаешь. Вот правильно, принимай поражение. Оранжевый флаг. Он меня слышит, не, вы видали? Он меня слышит, вы гляньте. Еще и флаг откуда-то оранжевый скретч. Все, я это все домой припрятаю. О, небеса даже заплакали. Они в шоке с твоего поступка. Все, я пойду спать. Иду. Ну куда? Так, ладно, все, давайте просто принесем ей. Не понял. Вот, подарок. Ну, то есть ей не страшно за свою кровать. Да, я свое все заберу. Сейчас я все заберу. Да, ела меня взрывать. Что она тут все взрывает? Давайте все забирать. Ты меня обворовал? А. А что будет, если я бабахну эти яички? Не понял. Будет X3 взрыв? Нет, не будет. А, что? О, яички выпали. А, у меня есть яички. Они называются яйцо нюхача. Нифига себе, зверь, ты видел, как они выглядят в Майнкрафте? Да, конечно, видел. Я их ставить умею. Погоди, а если они мне выпали, они такие же взрывоопасны, либо нет? Нет. Фига себе, слышь, я походу обход системы нашла. Теперь у меня есть два яичка. Да кого ты развести пытаешься? Я на это не куплюсь. Да как не купится? А почему ты не получаешь урон? Да в смысле не получаю? Два раза помер. В этот раз, извините, далеко он находился. Слышь, а голем что там забыл? Ладно, я тебя прощу, Скретчик. И так же быть, я верну тебе всю морковку, которую я у тебя из сундука забрала. Да, ну блин, еще она взяла, что это я. Короче, я хочу немножко железа. У меня нету комплекта бронетейшн. Иди разбирайся с големом, так же быть, я тебя прощу. Но также в письменном виде прошу извиниться передо мной. Все, жду в моем разрушенном доме. В каком письменном виде? Ну и как я должен достать до этого голем? Да она издевается, что ли? Что это за подозрительный песок? Откуда он у меня вообще? Так, мистер... Голем. Тихо. Ну какой же ты бесполезный. Все, мне тебе помогать надо. Сейчас я помогу. Ёшкин ты кот. Да хватит меня пинать, чертов ты голем. Сейчас я тебе помогу, господи, какой ты слабый. Зато троллить меня вот только так, да, Скретчи? О, уже темнеет, мне пора спать. Да ё-моё, я только хотела похрапеть, а... Ты чё на меня смотришь? Да, ну это... Кусять хочешь. Ладно, Скретчи, так что быть, я тебя покормлю, держи свою морковку. А у меня хлеб есть, извините, я ем хлеб, потому что... Нам нужно до конца легенду сохранять, что я это не я. Понятно? О, вот теперь можно спать. Куда спать? Опа, пранк вышел из-под контроля. И что она делает? Меня это пугает. Хорошо. Так. Что происходит? Почему я на крыше дома? Действительно, сама туда залезла, поэтому и на крыше дома. Ну все, жопу твоему дому. От дома твоего ничего не останется. Все. На этот раз ты тоже переедешь в другую деревню. Все, Скретчи. Я такое не прощаю. Да, ну почему она взяла, что это я? Объясните мне. Ну, все, понятно? Да будет взрыв! Я понял. Тут, короче, от деревни, походу, ничего не осталось, да. Ну и чё? Ты с белым флагом ко мне, да? Принимаешь поражение? Да какое поражение? Не принимаю. Короче, даю еще один шанс. Выбирай либо морковка, либо сладкие ягоды. Выберем сладкие ягоды. О, да, все еще пытается огнуть свою линию. Типа, я не скричу. Я уж поняла, что это. Ты знаешь как? Давайте зададим вопросительный звук. По твоим глазам наглым, а не как у Скретча. Не понял, мои глаза вообще сбоку, она в ноздри смотрит, перепутала. Слышь, я придумала, у нас с тобой будет этот вопрос-ответ. А нет, лучше ультиматум тебе ставлю. Либо ты признаешься, что это ты, либо я больше не участвую в своих видосах. Чего? У тебя есть 10 секунд. Если ты вдруг решишься осознаться, приходи в своем теле, и мы все обговорим. И... Так, ребят, ну тут походу вариантов не остается. Главное, чтобы она сейчас через окно за мной не подглядывала. Если будет подглядывать, она сразу увидит, что я это я. Но я же могу просто прийти в своем теле и сказать: привет, там все дела, что с домами?
друзьями нашими. Вот. Так, так что давайте превращаться. Опа. Фласочка, привет, ты где есть? Почему у тебя нет в твоем доме? В письменном виде, я жду извинений. Не понял. А за что извинения? Расскажите мне, пожалуйста. Ой-ой, откуда ты знал, где я? Я увидел шлем, твой шлем в дверь увидел. Ой, да, то есть ты слепошара, ты бурундук в третьем поколении. Увидел, да? Какой бурундук? А что с нашими домами-то случилось? А чё у тебя голос такой веселый? А что с нашими домами? А серьезно, а что, а что? Да тихо, все тихо, не дерись, не дерись. Ой. Скретч, смотри, яичко есть. Круто, и чё? А ничего, ты мне их дал. Я тебе ничего не давал, на. А чё ты ржешь, а? Да смешная ты какая-то, не понимаю, что случилось, а ты тут это... Извинения в письменном виде будут, либо я обижаюсь? Ладно, ладно, так, а как тебе в письменном виде их сделать? Ладно, решил тебя немножко потроллить, да. Все, ты купился, я на истерике развела. Вот так и знала, что это ты. А то есть ты не знала изначально? Конечно, я все знала. Ты что, это очевидно. Только ты можешь меня троллить, потому что... Потому что что? Извинись. Ладно, вот тебе, держи. Ломай сам свой, я тебе трогать не буду. Вот, смотри, ломаю, сейчас покажу, вот. Ну ты кого развести пытаешься вообще? Не трогай мои яйца. Смотри. Нюхача, это мои. Вот, смотри, поставил кучу... Ладно. Да, походу мозги у тебя не присутствуют. Да, нет, господи, короче, ладно, ребят. Я думаю, на этом можно закончить этот безумно крутой выпуск. И если он вам понравился, то обязательно влепите лайк. Ну и, конечно же, подпишитесь на канал Фласочки. На мой канал можно не подписываться. Правильно, на твой канал подписываться не надо. Уйди, ты видишь, я тут. Ну, не, вообще надо, надо. Но на Фласкин тоже, вот ссылка в описании. 100% подписывайтесь. Извинения, в письменном виде жду. Ладно, вот, всем пока. Чё пыришь?